Всем хай. Всем доброе утро. У нас, как всегда, рассвет. Мы на рыбалке. Приехали на сома и начинаем сомок вочить. У нас замороженная ракушечка. Запасы. Запасы, да. Хороший вариант. Ловим ракушечку, чистим и в морозилочку. Кулечек достали. Она чуть-чуть мягче становится. Ну, нормально. Зато утром не надо купаться в холодной воде. Да, утром не надо лезть в воду. Еще чуть-чуть и в нее не захочется залезть. Ну, будет холоднее вода, буду Свету просить лазить. Ты что, мне откажешь? Да. На нижний крючочек червячки одеваем. А на верхний фуфушку. Чего она вкусно пахнет. У меня два одинарных, вот таких я их поставил, трубочкой зафиксировал. А у Светы тройничок и одинарный. У нас тут государственная граница с Молдавией. Сейчас будем гражданин соседней страны раздражать квоком. Граждан. Граждан соседней страны будут раздражать. Они будут ругаться на своем молдавском языке, мы не будем понимать. Пару слов, конечно, знаем, но что мы можем сделать? Они же не знают, что при квоке рыба любая лучше ловится. И короб, и карась, все. Это проверено. Начинаешь квочить, и у людей поклевки на карпа идут. Уже раза три это было. Если кто-то сталкивался с таким феноменом, можете написать. Даже он, ты тащила, да, когда рядом квок был? Угу. Квочила у нее поклевки. В прошлом году на двоечку, по-моему, вытащила, да? Да, больше. Ну, раза 3-4 это было. Начинаешь квочить, и у людей оживляется клев по мирной рыбе. Так, у нас завтрак. Поквочили полчасика, сом не хочет рот открывать. А мы откроем рот, да. Что-то мы проголодались. По заметкам он начинает чуть-чуть позже клевать. У нас есть еще полчасика. Сейчас мы ударим по супер овсянке, а потом займемся сомом. Процесс идет. Сейчас ударим по чайку. Чистое здоровье. Овсяночка, сэр. Или синьорита. Хватит? Угу. Заставила меня посуду помыть. Но за это кусочек шарлоточки дала. Угу. Хорошо сидим. Классно, да. Вообще просто. И рыбы не надо. Да и рыбы не надо, да. Такой вид, такая тишина. Классно. А птички молдавские или украинские? Там? Чирикают. У них пограничников нету? Ну, это уже интереснее, уже 10.5. Бросил, но опять поднимается под наживку, их там два, сейчас опять будет клевать. Там близко зашли, да? Нам нельзя пересекать границу государственную. А если мы молдавского сома поймаем, и он покажет паспорт, мы его сможем забрать с собой? Подсёк, ребята, какого-то. А ну, дай подсеку. Я взял. Тихо. Тихо, тихо. Вот, ребятушки. Трёшка есть? Да.
Трешечка есть. В районе тебя сейчас как поднимала, кто-то плавает. На круг пошел вверх. Смотри, как третий раз пошел. О, поклевочка. Видно, когда он такой активный. Да что ж такое, хороший был. Смотри, гаденыш. Тренди-бренди, балалайки. Ого! Это подарок на день рождения. Это хороший. Вот так вот дождались. Сколько времени? 12? Без 20? 12? Блин, перчатка еще переживет всех сама. Ладно. Что, будем мазать лодку? Ну, придется. Рыбка. Красивый. Угу. Подарок получил? Ага. Классно. Да, и сегодня как раз именинник. С днем рождения. Ну чтоб долго, видишь, какое-то что-то не получалось. Этот сон был капризный. Ну да. Сколько примерно? Пятерочкой, не больше? 5-6. Так что, ребята, на замороженную ракушку клюет. Можно собирать, морозить, не париться и всю осень ловить. Лето продолжается, сентябрь месяц. Запасы ракушек продолжаются. Что-то он сегодня на ракушечку клевал. Вот такое ведерко сейчас выгрузим. Угу. И еще наберем. И в морозилочку. Потом мы их чистим, порционно по кулечкам. И в морозилочку дай. Вот. Так. Очень удобно. Проверили, на замороженную клевало все. Так что можно смело морозить, собирать, чистить и замораживать. Рыбалку мы закончили. Наквочились. Насобираем ракушечек. Заправимся. Поедем домой. За 20 секунд. Угу. Тут трындец их сколько. Сейчас мы забабахаем сардесольчики. Харе. Готов. Шашлык сарделечный готов. Прямо с шомпора будем кушать. Давай. Начала спеть. Ежевичка. Вообще много ее. Ее вообще много, смотри, зеленой. Угу. Нашла поляну с кучей ежевики. Сейчас мы ее здесь насобираем. Какая красота. Крупненькая. Колючая. Надеюсь, нас тут никто не съест в этих дебрях. Так, паучки разбежались все.
подошла наша рыбалочка к концу. Отправляемся мы домой. Надеюсь, вам с нами было интересно. Все, всем пока. 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 Пока, пока. Пока. Все, до новых встреч.